Триполи, столица Ливийской Арабской Республики. Страна древней культуры и уходящих вглубь веков традиций и обычаев. Все здесь овеяно дыханием тысячелетий. Но ливийская история имеет и новый отсчет времени. 1 сентября 1969 года революция положила конец прогнившему монархическому режиму. Пришедший к власти Совет революционного командования, который возглавила группа прогрессивных офицеров, провозгласил курс на создание общества, основанного на социальной справедливости и демократии. Открылись возможности для развития и упрочения связей Ливии с социалистическими странами. СССР одним из первых признал новую Ливию. Обоюдное стремление к сотрудничеству, широкое совпадение интересов в борьбе за экономический и социальный прогресс, за лучшее будущее, стали надежным фундаментом, на котором строятся советско-ливийские отношения. За последние годы в Советском Союзе побывали с визитами премьер-министр Ливийской Арабской Республики Абдель Салам Джелуд и другие члены Совета революционного командования. Внуковский аэродром. Член Политбюро ЦК КПСС, председатель Совета министров СССР Алексей Николаевич Косыгин отбывает из Москвы в Ливию с официальным визитом по приглашению Совета революционного командования Ливийской Арабской Республики. Поездка главы советского правительства в Ливию – первая за всю историю советско-ливийских отношений. И, естественно, стороны расценивают ее как фактор крупного международного значения. Мая 1975 года. По арабскому календарю 30-е Рабия ат-Тани 1395 года. Ливийская столица торжественно встречает высокого советского гостя. На аэродроме премьер-министр Абдель Салам Джелуд, другие официальные лица, представители общественности. Торжественный церемониал встречи. Алексею Николаевичу Косыгину представляют ливийских государственных деятелей,
глав дипломатических миссий. С аэродрома председатель Совета министров СССР направляется в отведенную ему резиденцию. В тот же день начались советско-ливийские переговоры. Совпадение позиций по актуальным международным вопросам, стремление сделать советско-ливийские отношения еще более полнокровными и разносторонними, все это обусловило деловой, конструктивный характер обсуждавшихся вопросов. Состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам, в том числе связанным с ликвидацией последствий израильской агрессии. Монумент погибшим в битве при Аль-Хани, одном из ожесточеннейших сражений в период войны против итальянских колонизаторов. Советский Союз всегда симпатизировал национально-освободительной борьбе ливийцев. Дань уважения памяти павших героев. Венок к мемориалу. Во время обеда в отеле «Ваттан» премьер-министр Абдель-Салам Джалуд дал высокую оценку помощи, которую Советский Союз оказывает революционным и прогрессивным силам. В свою очередь Алексей Николаевич Косыгин подчеркнул, что СССР хочет видеть Ливию, как и другие арабские страны, сильным, самостоятельным и процветающим государством. Вторая столица, так называют ливийцы, город Бенгази, куда прибыл высокий советский гость. Тепло улыбок и рукопожатий на аэродроме Бенина под стать радостному пробуждению весенней ливийской природы, цветению ее земли. Еще не так давно в этих местах простиралась неприглядная пустыня, хозяйничали песчаные бураны. Преобразование природы – одна из важнейших задач, которую решает новая Ливия. Сегодня результаты упорного труда налицо. Государственный сельскохозяйственный комплекс «Джебель-Аль-Ахдар», который посетил Алексей Николаевич Косыгин, крупнейшее аграрное предприятие страны. Здесь намечается освоить 115 тысяч гектаров засушливых земель. Высокого гостя приветствовал председатель Народного комитета доктор Шаиб Абдельванис. В ответной речи товарищ Косыгин передал ливийскому народу братский привет от всех советских людей, генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева.